Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня зашла в проект, вернее, хочу зайти в StockTrader. Сразу говорю, это проект с вложениями. Здесь минимальный вход $1. Это что-то наподобие майнинга. Значит, StockTrader — это система, создана для хорошего и безопасного заработка. Новейшие ИТ-технологии собраны воедино, чтобы система работала на полном автомате. Финансы аккумулируются за счет биржи и высокого качества трейдинга, поэтому наша система совершенно безопасна для наших партнеров. Значит, главная работа — обратная связь, регистрация, вход. Обязательно проверяем своего пригласителя и регистрация. У нас что здесь? Фамилия, имя, я писала на русском. Прописываем логин, пароль, повтор пароля, страна, тоже на русском, Россия. Номер телефона без плюс 7. Просто я прописала. Значит, email, Skype. Работает он с Perfect Money. Прописываем кошелек Perfect Money. Загружаем аватар, капча и нажимаем зарегистрироваться. Так, ну здесь как бы не кликабельно. Ну, давайте я нажму. Посмотрим, что будет. Сразу вот логин и пароль. Значит, прописываю логин и пароль. Нажимаю вход. Так, и попала сразу так в кабинет. Значит, ну это наш аккаунт. Это, ну, как я уже сказала, наподобие майнинга. И что у нас здесь? Минимальный как бы вход $1, от одного вернее. Если скорость не будет пополнена в течение 1,5 месяца, аккаунт блокируется автоматически. Вот так. Так, значит, давайте я. Так, ну что у нас здесь? Инструменты. Посмотрим. Это здесь у нас баннеры. Мои рефералы. Так, мои рефералы. Находится партнерская ссылочка. Значит, и пополнение баланса. Я пополню на $1. Я с перфектом как бы и не работаю, но доллар у меня есть. Нажимаю оплатить. Перебрасывать на платежную систему. Так, сделать платеж. И вводим капчу. 0,9, 1, 6, 3, 4. Надеюсь, правильно. Так, и подтвердить. Так, продолжить. Так, оплата выполнена. Так, личный кабинет. Так, ну что, я пополнила на $1. Вот у меня скорость 1 кхс, и вот пошла майниться денежка. Так, пополнить. Здесь у нас вкладочка вывод, как бы от $1, значит, финансовая история. Тут у нас пока пусто. Изменить личные данные, изменить пароль. Так, личный кабинет. Значит, что еще я хочу здесь сказать? Здесь можно как бы наращивать скорость. Как бы наберется сумма, нажимаем сбор. И денежка как бы на баланс капает. И по выводу я хочу, конечно, нарастить скорость. Вот у меня, смотрите, 1 кхс, доход в час и доход в день. Конечно, сумма маленькая, что вот, возможно, я еще и пополню. Вот. Но по выводу мой рефер, как бы, да, она, скорее всего, быстрее наберет минимальную сумму на вывод, запишет видеообзор по выводу, потому что проект платит, у меня нет сомнений. Я залью ее тогда, скорее всего, видео и как бы покажу то, что видео. То, что проект платит. Вот такой вот
майнинг как бы у нас. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить проект, конечно. До новых встреч!